В рамках дней провинции Шаньси в Ульяновской области в музее-мемориале Владимира Ильича Ленина открылась фотовыставка «100 лучших видов Шаньси». Дружеские отношения между нашим регионом и китайской провинцией были установлены в 1997 году. Спустя 4 года было подписано соглашение о побратимских связях. Вот эта выставка «100 лучших видов Шаньси» как раз является вот результатом этого сотрудничества. Провинция Шаньси – одна из очень интересных, с богатейшим культурно-историческим наследием. Более того, ее называют культурной колыбелью китайской цивилизации. Одним из первых выставку осмотрел губернатор Ульяновской области Сергей Морозов. С удивительными видами Шаньси его познакомил председатель постоянного комитета собрания народных представителей провинции Шаньси Вэй Сяочунь. На открытии выставки присутствовали 50 гостей из Поднебесной. Они прилетели в Ульяновск для установления более тесного сотрудничества с нашим регионом. Выставка состоит из трех частей. Во-первых, показана природа. Во-вторых, историческая архитектура. В-третьих, можно увидеть современные достижения провинции Шаньси. Фотографии, где показан современный темп роста города, очень впечатляют. Конечно, открытие фотовыставки не самая главная цель визита китайской делегации. В рамках дней провинции Шаньси планируется проведение круглых столов, презентаций, подписание ряда соглашений, в том числе в области туризма. В числе нашей большой делегации есть представители китайских туристических компаний. Мы планируем подписать соглашение с правительством Ульяновской области о двустороннем развитии туризма, чтобы наш народ мог больше узнать о вашей культуре и наоборот. Экспозиция «100 лучших видов Шаньси» будет работать всего 10 дней, до 24 октября. Уже 25 октября в Ленинском мемориале откроется выставка из провинции Хунань, посвященная 125-летию Мао Цзэдуна. По словам ее организаторов, это будет самая крупная китайская выставка в нашей стране. В 2019 году сотрудничество Ленинского мемориала с Китайской Народной Республикой продолжится. В рамках перекрестного года Ульяновская область представит свою выставку в провинции Шаньси. Ирина Антонова, Юрий Ломатов. Новости Ульяновской правды.